Всем привет! Сегодня мы рассмотрим инвестиционный проект Omega Club, который стартовал 26 марта 2020 года и предлагает получать прибыль в размере от 5 до 7% еженедельно. Узнаем, какие у него перспективы. Официальный сайт проекта omega.club. В техническом плане можно отметить выделенный сервер, домен на 4 года, самописный скрипт, защита от DDoS-атак и SSL-сертификат. На главной странице присутствуют ссылки на соцсети и на канал YouTube, на котором нет ни одного видео и всего лишь 6 подписчиков. Описание компании, программа Bounty, контактные данные для связи с администрацией, в виде формы обратной связи и поддержки в соцсетях, а также часто задаваемые вопросы, которые не особо интересны, как такое уже есть у всех. Есть раздел новости, в свободном доступе представлена официальная статистика, количество активных пользователей, выплат и живая статистика депозитов и выплат. Языков на сайте доступны английский, испанский, португальский и хинди. Еще 7 языков неактивны. Учитывая то, что компании практически месяц, скорее всего это просто фишка. В принципе, дизайн сайта довольно стильный. Легенда, описанная на сайте, компания Omega Club видит свою миссию защите интересов своих клиентов в эпоху криптоэры, когда технология блокчейн вместо желанного инструмента свободы постепенно превращается в средство манипуляции со стороны краудфандинговых групп с целью обогащения только избранных. Как пишет администрация проекта, открытый исходный код сегодня перестает работать и оборачивается для множества приверженцев криптовалют крупными потерями. Omega Club предлагает защитить средства участников своего клуба от обесценивания и воспользоваться методиками, разработанными лучшими специалистами компании. Механизм работы системы неординарный, но гибкий, что позволяет давать стабильную долгосрочную прибыль. Что можно сказать по поводу деятельности компании? Только то, что отсутствие какой-либо юридической документации сразу же говорит о том, что перед нами вымышленная компания, деятельность которой существует только в воображении ее основателей. Если коротко, то это самая простая финансовая пирамида. Чтобы начать зарабатывать, необходимо пройти регистрацию на сайте Omega Club, а затем приобрести внутреннюю монету Omega, которая имеет свой курс по отношению к другим криптовалютам. Исходя из того, сколько монет вы приобрели, зависит, какой процент вы будете получать. Одна Omega равна 99 центов, хотя раньше она равна была 84 цента. Конвертация различных цифровых активов позволит вкладчикам получать еженедельный плавающий доход от автоматической торговли на платформе, который в конечном итоге станет доступен в виде новых выпущенных единиц Omega на личном счете. Рассмотрим первые три тарифных плана. Omega Lepton с суммой вклада до 5000 Omega и начислениями от 0,9% до 1,3% в сутки. Omega Quark с суммой вклада от 5 до 15 тысяч Omega и начислениями от 0,8% до 1,4% в сутки. И Omega Boson с суммой вклада от 15 тысяч до 45 тысяч Omega и начислениями от 0,7% до 1,5% в сутки. Выплаты осуществляются в ручном режиме раз в неделю. Ресурс работает с такими электронными платежными системами, как Ethereum, Litecoin, Ripple, Tron, Dash и другие. Что касается реферальной программы Omega Club, то она преподнесена не совсем в привычном виде. Проект начисляет монеты за депозиты привлеченных рефералов. Эти монеты можно обменять на токены проекта в любой момент, либо настроить в профиле автоматическую конвертацию. Так что вывести заработок от рефералов не получится. Процент начисления монет по трем уровням такие. 7, 3 и 2% соответственно от депозита реферала. Переходим в поисковую систему и ищем omega.club для того, чтобы посмотреть, как проект проводит свою рекламную кампанию. Это самое главное, так как это достаточно ответ на вопрос, стоит ли сюда вкладывать вообще какие-либо деньги, возможно ли здесь прибыль. Первое, что мы видим, это официальный сайт компании, который мы только что рассмотрели. Далее на самом популярном форуме mmgp.com есть информация о данном проекте, и люди выкладывают свои выплаты. На Perfect Club также есть информация о данной компании. Invest FinBiz описал данный проект. На e-Invest есть также описание данной компании. Hypigeum поставил статус, что данный проект платит. HypeZanoza также поставил статус, что данный проект платит. А вот сайт Безобмана, который пишет негатив о всех хайп-проектах и на них сам же пиарится, написал, что все это лохотрон. Данный сайт призван уберечь людей от хайп-индустрии в целом, в то время как нам надо разобраться в ней. Поэтому для людей, которые имеют представление о хайп-индустрии, данный источник не представляет ничего интересного и не воспринимается всерьез. Такой источник, как Paint Hype Monitor, похожий на вышесказанный, традиционно отметил, что не рекомендует связываться с данным проектом и не объяснил почему, а лишь оставил две ссылки на All Hype Mon и Investor Start Page. На All Hype Mon показано 5 мониторингов, на которых стоит статус, что данный проект платит. Investor Start Page также отметил, что данный проект платит. Вместо ВД скажу, что отзывов о компании пока что не очень много. Видно, администрация не особо спешит закупать рекламу, но пользователи понемногу начинают интересоваться проектом и искать про него информацию. Я же хочу в очередной раз напомнить о возможных рисках и отсутствии каких-либо гарантий того, что здесь вы что-то заработаете или вернете свой депозит. Спасибо за внимание. Будьте с нами для того, чтобы всегда быть в курсе.